магического камня может сварить суп, да? Мне нравится менять мир. Человек, который меняет основание мира всего, их было не так много. Основная масса интерпренеров, она не делает изменения мира одним рычагом. Она делает много-много замечательных улучшений, которые улучшают нашу жизнь. И 601 выживает, так что что тут соревноваться? You asked me the question on investing with Russians, and I am an investor myself. I have not yet invested with Russian investors, and I would be happy to do so. I think the entrepreneurial ecosystem is extremely trust-based. Driven, my experience is totally different. I did a technology transfer project back in 1991. В том, что есть реальный шанс, да, найти проект, который потом не просто окупится в разы, а который даст прибыль, да, с 7 или 6 нулями. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And it's a good, I won't even worry anymore. Took all my cares, still can kick them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing, yeah. I do a dance of victory. Cause now I'm living good, no, I'm not living like I used to be. Now talk about things, talk about my mind. Now I'm free from the words that I left behind. Инновационные экономики – это не капитализм 1.0. Чтобы в корпорациях открывались и развивались венчурные подразделения. Собственно, тем и занимаюсь, что я выращиваю мелкую рыбу. То есть как раз именно в этом мое отличие от всех остальных. Все остальные ждут уже не малька, а уже какую-то рыбку, уже умеющую плавать, уже с первыми зубками, да? А для того, чтобы от малька до этой степени дойти, нужно очень много сил, времени потратить. Если говорить про инновационный рынок, да, то, конечно, это игра в покер. И все пытаются понять, а что нужно сделать для того, чтобы их становилось больше, чтобы проекты появлялись легче? Основное качество – это человек.